Есть одна деликатная проблема, о которой не принято говорить вслух. Однако это не значит, что ее не существует. От проктологических недугов страдают 2 человека из 10, а самым частым из них становится геморрой. Геморрой – это патологически увеличенные узлы, которые в норме есть у каждого человека. Однако определенные факторы приводят к тому, что узлы набухают и мешают жить. Причины возникновения геморроя, наверное, многим известны, но повторим их еще раз. Сидячий образ жизни, неправильное питание, алкоголь, чрезмерные нагрузки. Идет напряжение в малом тазу. За счет этого увеличивается кровоток. Да, из-за увеличения кровотока эти узлы естественным образом набухают. Постоянное их набухание провоцирует задержку крови в них, и из-за этого они патологически увеличены остаются постоянное время. Сидячий образ жизни, наоборот, статическое положение, наоборот, идет расслабление связок аппарата. Это тоже провоцирует застой крови. Нарушение стула идет, значит, либо постоянные запоры, которые повреждают слизистую, или наоборот, жидкий стул. Да, он также способствует развитию геморроя из-за того, что те ферменты, которые должны усваиваться в тонкой кишке, они не успевают это сделать, не успевают впитаться там и попадают в толстую, куда они никоим образом не должны попадать. И из-за этого тоже идет это нарушение. Геморрой бывает внутренним и наружным, а чаще они совмещаются. У внутреннего существует 4 стадии развития. Первая – самая легкая, четвертая – наиболее тяжелая. У внешнего геморроя 2 формы – острая и хроническая. Часто геморрой начинается с того, что после стула появляются небольшие примеси крови. Если не упустить момент, когда он только начинается, действительно можно его вылечить. Но это не только медикаментозные препараты должны присутствовать. То есть надо менять образ жизни, надо правильно питаться, да, надо там как-то двигаться, ходить. Но чаще всего в первый момент включается отрицание. Человек списывает эти признаки на все что угодно, но к врачу не идет. Когда изменения игнорировать уже невозможно, вылечить только медикаментозно болезнь не получится. Если это запустить, ничего не делать, к чему это приводит? Ну, к различным заболеваниям, такие как анальные трещины, фиброзные полипы. Также зафиксированы случаи перерождения геморроя, ну не сразу, а постепенное, в онкологические заболевания. Многих пациентов, которых я наблюдал, живут 4-й степенью геморроя, который постоянно размером примерно 5 на 5 сантиметров в диаметре, такой шар огромный, да, постоянно кровоточит, вот, он всю жизнь мучается. Но помочь в запущенном случае сможет только полноценная операция, на которую человек не решается. Поэтому здесь, как и со многими другими проблемами, важно как можно раньше обратиться к врачу. Чем быстрее придете, тем менее болезненным и более быстрым будет лечение. Конечно, реклама на многих каналах предлагает всевозможные таблетки и свечи от геморроя, обещая мгновенное облегчение. Но нужно понимать, что облегчение это будет временным. При нарушении диеты, возвращении к прежнему образу жизни, узлы вновь воспалятся. Поэтому самый эффективный способ лечения – первой, второй и третьей стадии геморроя – малоинвазивные методы, а именно склеротерапия и лигирование. Мы применяем склеротерапию при лечении геморроя. Это один из методов. Он абсолютно безболезненный, потому что в толстой кишке нет болевых рецепторов. Туда делается укол в геморроидальный узел специального вещества. И узел самостоятельно, ну, сдувается, грубо говоря, и больше не беспокоит человека. Туда прекращается поступление крови, и узел, соответственно, еще раз повторюсь, больше не может увеличиться. То есть он становится нормальным. Этот препарат действует только местно. Он не попадает в кровоток, не разносится по кровяному руслу, не попадает ни в какие органы. То есть после этого укола влияния на организм никакого нет. Гарантия того, что геморрой больше не будет беспокоить человека – 97%. Узел геморроидальный состоит, он питается артериями. Но артерия должна куда-то впадать. Вот это вещество, которое вводится в узел геморроидальный, оно разрушает само место впадения, куда эта артерия, да, как сосуд кровеносный, куда он приходит. Самое главное, что в отличие от полноценной операции по удалению узлов, малоинвазивные методы предполагают быстрый процесс заживления и отсутствие боли.
вы не почувствуете ничего. То есть вы придете сюда, вам сделается укол в течение 15 минут. И вы идете домой или на работу. Ну, вы не выпадаете из жизни, вы занимаетесь тем, чем занимались до этого. Склеротерапия показана на первой и второй стадии болезни. Есть еще один метод – лигирование латексными кольцами. На начало этого узла, откуда он растет, грубо говоря, накидывается латексное кольцо, которое сжимает это начало. С течением времени происходит процесс дистрофии в этом месте, где идет сжатие. Туда не поступает кровь, и естественным образом этот участок просто отмирает, и геморроидальный узел также просто уходит. Лигирование показано при вторых и третьих стадиях. Эти процедуры делаются от 10 до 20 минут. Что лучше для пациента, решает врач. Противопоказания – индивидуальная непереносимость склерозирующего препарата или латекса, нарушение свертываемости крови. Сразу все узлы нельзя удалить. То есть там как минимум надо в два захода это делать. При склеротерапии делается укол сначала либо в один, либо в два узла. Смотрится результат, ему делается в оставшийся узел укол. Вот. И также через 15 дней опять осмотр диагностический, да, дабы определить, получилось, да, ушел он узел или надо еще там подколоть, к примеру. Сразу все сделать нельзя, это чревато множеством последствий, таким как непроходимость, да, именно вот этого отдела. Представьте себе, что человек 10 лет страдает от геморроя, который обостряется несколько раз в год. За это время на медикаменты он потратит много денег, а на лечение много сил. Гораздо проще один раз удалить узлы малоинвазивными методами и жить спокойно. Тем более это делается у нас быстро, безболезненно и за очень маленькие деньги. За все эти 10 лет, которые он потратил, уже там сотни тысяч на эти лекарства, уже можно было сделать этот укол и жить спокойно, забыв о этих проблемах. Клиника малоинвазивной хирургии предлагает быстрое, безболезненное и качественное лечение геморроя. Сделайте свою жизнь ярче, без проктологических проблем.